Неравнодушные ивановцы выступили в защиту животных. В воскресенье на площади Ленина областного центра собрались порядка 20 человек, в основном молодежь. Цель пикета – донести до людей, что животные, богатство этого мира, все чаще становятся жертвами человеческого эгоизма. Обратить внимание других людей на жестокость производства, на неэффективность даже и неполезность каких-то там продуктов, вещей там, ну и прочего. Сама акция, она всероссийская и даже за рубежом сейчас проходит сегодня. Всероссийская акция прошла под девизом «Животные не одежда». Возмущает участников митинга то, что в 21 веке, когда научная мысль достигла апогея, люди по-прежнему носят натуральный мех, как в каменном веке. При том, что аналоги шубы из искусственного меха ничем не уступают оригиналам. А для их создания не нужно убивать беззащитное существо. Хотим, чтобы люди стали менее жестокими и понимали, что животные – они такие живые существа, как мы с вами. То, что мы живем в 21 веке, и можно обойтись без натуральных каких-то натурального меха, и можно все заменить искусственным. Это будет гораздо дешевле и более экологично. На самом деле повлиять на людей кричащими транспарантами невозможно. Каждый сам делает выбор. Сам решает, стоит ли, покупая одежду с натуральным мехом, оплачивать убийство. А может, жестокость вышла из моды? Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.